Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы будем с вами играть в Ultimatum Fishing Simulator. Я вам сделал небольшой обзорчик, потому что я еще не снимал, так что будет небольшой обзорчик, а в следующих видеороликах уже будет какие-то ловли и так, тому подобное. Ну, с самого начала я уже ловил вообще, и каждый день нас встречает вот такая штука, рулеточка, в которой можно получить и денежки, и наживку, и удочки, и все. Мы получили с вами 270 серебра, или как можно сказать, монеток. Это, в принципе, неплохо. И давайте приступим уже к нашему обзорчику. Ну, у нас персонажа можно ник сменить. У меня почему-то не сменивается, не знаю почему. Дальше у нас здесь денежки, потом звездочки и турниры. Звездочки это для того, чтобы открыть локации. А турниры это просто ваш типа уровень. Ну, типа уровень вашей профессии. Вот эта звездочка, это типа как уровень идет, и когда локация открывает уровень. Допустим, у меня сейчас 5 уровень, вот эта локация Миколайке, озеро, откроется 6 уровня, либо я куплю лицензию на 1000 серебра. Допустим, здесь можно любую локацию также купить или открывать его с помощью уровня. Рыболовное задание. Ошибся, ребятки. Оговорился. Так, снова вот они. То есть он сейчас открыт только и можем проходить задание по нашему миру. Типа вот сейчас мы одно задание проходим, у нас открывается новая локация. Вот эта вот локация у нас откроется. Или купить лицензию, зависит, и уже проходить эти задания. Так, здесь я вам также сказать, присутствует очень много рекламы. Дождемся крестика. Так, крестик нажимаем. Ну и задание также проходить, у вас уровень возрастает, и у вас открывается. Рыболовный магазин. Тут у нас присутствует 5 удилищ. Можно эти удилища использовать как под крылья, как и под удочку. Потом присутствует 4 вот таких вот катушечки разных. И какие подходят лучше под крылья, какие под удочку. Очень много различной лески. Сколько их именно тут? 9, по-моему, если не ошибаюсь. И вес, и цвет здесь видите. Все разные. Дальше идут уплочки, их, по-моему, 10, если не ошибаюсь. Да, их 10 штук. Разнообразные поплавки. Видите, тут даже написано, для какой рыбы, там, для живца, для дальнего роса или нет. Потом у нас тут 8 вот таких вот крутых крючков. Здесь разнообразные, есть крупные, есть мелкие, стоимость тоже у них разная. Приманки, это у нас, видите, различные твистеры, воблеры, блесны, их очень много здесь, кстати, к тому же могу вам так сказать. Дальше идут, видите, наживки какие-то, тоже некоторые наживки дорогие, некоторые дешевые, это по-разному как бы, есть, видите, печень, есть живцы, ну, все в этом духе. Есть 8 лодок вот таких вот разнообразных, есть деревянные, есть резиновые, есть вот такие деревянные, есть уже типа моторная лодка, есть вот такие вот элитные яхты. Дальше у нас идут 2 вида эхолотов, есть черненький вот такой эхолот про, есть желтенький просто эхолот. Одна уже рыбу, показывает вес рыбы, а вот этот черненький у нас обнаруживает рыбу, показывает вес рыбы, показывает вид рыбы, то есть можно куда закидывать будете, у вас там покажет еще и вид рыбы, какая может быть вам нужна, вы на нее найдете, какие-то. То есть эхолот это очень довольно хорошая вещь, но стоит довольно-таки дорого, 20 тысяч. Дальше у нас идут прикормки, их всего лишь здесь 9 видов, под разную рыбу подходит, конечно, приманивают крупную рыбу, приманивают разную рыбу, но в основном будут приманивать именно эту рыбу, которая, под которую прикормка предназначена. Другое у нас это идут рогатки. Вот такие 3 вида рогаток. Под заброс прикормки. Они есть дорогие, есть 7000, 500, вот есть 5000.
за 2500 такая вот рогатулинка тоже, в принципе, покупать ее стоит. Сетка — это у нас подлог. Сет для рыбы. Вот. Самая маленькая 15 килограммов, 25, 35, 50, 100 и 200 килограммов. У нас сеть, я не знаю точно какая, но у нас очень маленькая. Больше тут ничего в магазине нету. Рыбный базар. Здесь можно продавать рыбу. Вот такая рыба уже поймана. Здесь просто нажимаем на каждую рыбку и продаем вот так вот по одной. Рыба есть дорогая, есть дешевая, так что тоже экспериментировать надо. Можно получить денежки за просмотр видеоролика, там за то, что вы подключите через Facebook, и все в этом духе, можно получить какие-то деньги. За просмотр 150 дают немного, а там за Facebook дают 1000 серебра, ну или 1000 монет, можно еще назвать. Свободная рыбная ловля, тут просто вы можете, получается, ловить рыбу и все. А когда проходите задание, вы там и ловите рыбу, продаете эту рыбу, и плюс еще проходите задание и повышаете свой уровень и открываете локации. То есть свободная ловля — это, ну, просто так расслабиться и все, не проходи никакие задания, просто порыбачить рыбешку. Давайте просто зайдем на локацию. Вот курс ловли есть у нас открытый, и Варшава Висла. Давайте на нее и зайдем. Возможно, сейчас опять будет реклама. Рекламы не произошло, но все-таки я ставил на паузу, чтобы не было на всякий случай рекламы лишний раз. Там перемещаемся, у нас все на максималках стоит. Вообще, видите, графика нормально. Чуть-чуть, конечно, подлагивает, из-за того, что, наверное, снимаю. И игра все равно тоже очень много тянет. Но, в принципе, без съемки она, в принципе, очень хорошо тянет. Все на максималке, видите. Камни, все очень даже хорошо видно. У нас вот так вот выглядит удилище. Нажимаем на любую эту и можете сменить. Вот я могу леску сменить, могу катушку сменить. Удилище у меня первое, оно все бесконечное. Наживка у нас есть. Выползок, дождевой червь, и хлеб, и два твистера красных. Ну, на твистере я пока. Так, и забрасываем, просто нажимаем на воду и закидываем наше удилище. Нас закинули, у нас выходит вот такая вот картинка. Опускаем глубину на максимальную. Расстояние запроса 6,28 метров от берега. И глубина у нас на максималке. Вот эти ножницы и кит — это обрезать леску. Просто я имею в виду, могут некоторые нажать и поубрать, обрезать леску. Здесь первая поклевочка, ребятки. Когда рыбка утопила поплавок, вы просто подсекаете, и у нас, в принципе, такая более-менее рыбка, ребятки. Гнет даже удилище. Ну, то, что мы на выползка ловим, это тут крупная рыба, клюет на выползка. Ну, в основном, есть, конечно, и мелочь, но, может, в основном крупная клюет. У нас попалась рыбка, это окунь вот такой вот. Окунь на 890 грамм, мы можем опустить его или сохранить. Освободи или сохрани. Давайте закинем и подальше попробуем. На сколько мы кинули? На 10,68 сантиметров. 10 метров, ребятки. У нас поклевочка сразу же. Это что-то не крупненькое, прям удочка даже не ведется ни капли, но тоже рыбка очень довольно-таки хорошенькая. Также, ребятки, голосуйте, у кого больше какая игра нравится, Ultimatum Fishing Simulator или Профессионал фишинг симулятор. Как по мне, наверное, профессионал фишинг симулятор покруче немножко. Так, ну плотва на 360 грамм. Сохранить. И, в принципе, ребятки, вот так вот я вам показал все, что можно. Типа, вот видите, прикормку можем просто руками закинуть. Можем, которые у нас пока что нету, и все. В принципе, небольшой обзорчик сделал. В следующих видеороликах мы будем уже, наверное, пробовать ловить рыбку какую-то. Так что, ребятки, ждите новых видеороликов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.